Перестановках никаких правительств, косметических. Во-первых, вы сказали, наше правительство. Это не наше правительство, это их правительство. Оно ко мне и к вам отношения не имеет, друзья. Это правительство колонизатора. С 91 года просто новая модификация. Отвечу очень кратко. Что такое перестановки некоторых министров там и прочее? Ребята, от перестановки коих в бардаке, бардак останется бардаком. Это будет тоже колониально эксплуатирующее нас правительство. Не главное, не изменен курс развития на в сторону возрождения жизнеспособности русской нации, индустриализации, возвращения в оборот к сельскохозяйственных земель, так сказать, нового аграрного суперпроекта, нового научно-промышленных проектов. Ничего этого не произошло. Ну вот стоит там iPod айфончик, да, там iPad айфонович во главе, или iPhone айпадович. Что от этого меняется? Друзья мои, так сказать, смотрите в корень, а не на внешние косметические какие-то изменения. Они ничего не несут нам в нашем положении. Это по-прежнему чужое правительство.